Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Елена Корзинок, проект «Территория роста». Сегодня я вам расскажу, как в компании Oriflame присоединить к вашей персональной страничке в интернете, официальном сайте, ваш необходимый почтовый ящик. Для этого заходим на персональную страничку компании Oriflame, указываем свой регистрационный номер, а также указываем пароль, заходим. При присоединении в компанию вам тем человеком, который вас присоединяет, создается временный почтовый ящик. Для того, чтобы получать информационную рассылку от компании, вам необходимо указать свой личный персональный почтовый ящик. Для этого в разделе «Мой профиль» вы выбираете настройки профиля. Здесь вы можете изменять свои данные на те, которые вам необходимы. Нам сейчас необходимо только изменить электронный адрес. Вот здесь вот создан временный почтовый ящик. Вы сюда вносите тот, который ваш персональный, куда вы хотите, чтобы приходила рассылка от компании. Здесь я ввожу свой. А также необходимо вам будет указать пароль для доступа на свою страничку. То есть, когда вы заходите на сайт компании, вы вводите дисконтный номер и пароль. Вот тот пароль, который вы вводите, сюда мы вносим. Нажимаем «Сохранить изменения». И вот здесь вот вы видите, где электронный адрес. Внимание! Новый электронный адрес будет активирован сразу после его подтверждения. Письмо с подтверждением будет выслано на ваш новый электронный адрес. Я захожу на тот почтовый ящик, который я указывала. Вот мой почтовый ящик, который я указывала. И от компании пришло, ваш e-mail был изменен. Открываем это письмо. И вот здесь вот смотрим, компания нам прислала. Чтобы активировать новый адрес, пожалуйста, нажмите здесь. Нажимаем здесь. Ожидаем, нам компания подтвердит. Ваш e-mail был подтвержден. И для того, чтобы проверить, что полностью настройки завершены, заходим опять же в настройки профиля. Для этого наводим курсор на вот этого человечка, не нажимая, и у нас откроются вот эти вот 5 разделов. Нажимаем электронный адрес, и вот видите, электронный адрес уже изменен. Теперь вам будет приходить персонально рассылка от компании. Вам всего хорошего, спасибо за внимание.